привете. Хочу попробовать делать для ружья кейс, для удобной перевозки его на охоту. Вот. Для этого понадобится... Я купил вот такой лист пенополистирола. Пенопласт можно использовать. Я купил вот такой жесткий, его будет долго вырезать. Вот. Ну, посмотрим, что получится из этого всего. Примерно положим, распланируем, как будет лежать у нас размер, чтобы компактный был, небольшой. Потом разметить, где что будет лежать, вырезаем под ружье уже место, под ствол. И вот еще есть дульное сужение. Ну, тоже все, чтобы уже было в одном кейсе. Удобно. Ну, посмотрим, как получится. Вот я вырезал все для моего будущего кейса. Так, сюда для инсталляции на ружье. Дульное сужение. Сюда ключик и удлинитель магазина. Вот так у меня будет все сложено. Вот. Теперь к дну нашего кейса мы приклеим высокотокового пластика, чтобы дно было твердое и никуда не выпадало наше ружье. Вот так вот будет. Вот. Потом, когда приклеим, все обклею, обтяну вот такой вот бархатной красной тканью. Так я закончил обклеивать внутреннюю основу своего кейса. Вот, получилось примерно так. Вот. И сейчас приступим к самому чехлу, кейсу. Для этого я купил такую ткань с камуфлированной расцветочкой. И попробуем сделать из нее внешнюю часть. Итак, чехол уже полностью готов, пошит. С этой стороны будет внутренняя часть, тоже красная бархатная ткань. Ну а здесь черная подкладка, не будет видно. Кстати, между подкладкой и тканью, здесь и здесь, везде, я вставил вот такой вот материал, пенка такая, ну, для того, чтобы был поплотнее мой чехол. Вот. Ну и вот что у нас получилось в итоге. Сейчас я вставлю, как оно будет у меня. Вот, вот так вот плотненько вставляется. Вот. И на замочке застегивается. Ну и сейчас посмотрим, как все будет выглядеть уже первый раз. Я сам вставляю. Интересно и самому посмотреть, как будет все выглядеть. Так, сам ствол, ружье. Вставляем ствол. В принципе, все ровненько, плотненько вставляется. Так, это удлинитель магазина.
дульное сужение. Так, и ключик для дульного сужения. В принципе, все самое необходимое помещается в кейс и закрываем. Ну, получился такой кейс. Те кейсы, которые есть в продаже, которые я смотрел, самый минимальный, что я нашел, это в районе $100. Ну, по качеству он, я бы сказал, не очень хороший. А здесь на материалы потратил в районе $10-20. Ну, плюс, конечно, посидел я и немножко жена помогала пошить. Вот, ну, получился, мне нравится. Довольно неплохой кейс за небольшие деньги. Ну, кому понравилось, большое спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем спасибо, до свидания.